I came to dig, 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 dig. I'll build a city up so big, 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 big. Just wait a sec, gotta kill this pig, 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 pig. И всем привет, дорогие друзья, с вами Limestone, и сегодня мы продолжаем играть на серверах Supercraft Bros. И вот тут уже собралась куча народа, и давайте же мы с ними куда-нибудь зайдем. А зайдем мы, пожалуй, вот прямо сюда, в Never Fortress. Надеюсь, я правильно все прочитал. И сегодня мы будем играть за Спайдера. Да, я решил, что сегодня мы поиграем за Спайдера, потому что это очень и очень классный персонаж. И мы ждем людей. Мы ждем людей, мы ждем людей. Ладно, давайте я так и быть поставлю на паузу и подожду людей. К сожалению, я ждал очень долго, но никто так и не пришел, поэтому я вышел. И давайте же зайдем еще куда-нибудь. О, давайте вот сюда, быстрее, как можно быстрее, чтобы никто не зашел. И давайте выбираем спайдера. Все. Мы готовы. О, чувак, прыгает. Ай, да что ж ты? Ай, ты не смог. Почему ты не смог? Ну вот, и... О, господи. Какая-то новая карта. Jungle Rivers. Круто. Ну что я вам могу сказать про паука? Паук быстрее всех бегает, потому что на мне... Сейчас я вам покажу. Ой, не то нажал, не то нажал. Вот, эффект скорости 2. И это очень-очень круто. А еще у нас есть вот этот вот паучий глаз, который будет отравлять наших соперников. Да, все так. Осторожно, там паутинка. И кто в нас стреляет? В нас никто не стреляет? Ага, я уже вижу первую потенциальную жертву. Так, давайте же прибежим к ней, используя наше супер-паучье ускорение. Так, что-то как-то не ускоряется, паук. Во-во-во-во, вот, отлично. Вперед. Так-так-так, ух ты, осторожно. Значит, выше. Надеюсь, тут где-нибудь есть лиана или вообще... Вообще непонятно, как он туда залез? Может, его там заспамнило? Так, ладно. Заспамнило его там, наверное. Что-то я говорю тихо как-то про что-то непонятное. Так, ладно, давай вверх. Ну, давай. Ну почти, вот почти получилось. Мне кажется, мне май блока не хватает, чтобы допрыгнуть. О, я его уже вижу. А, жертва. А, стой. Ай, давай. Паук, да разгоняйся. Разгончик, разгончик. Он нажал на плиту. Что-то не так. Так, так, так. О, о. А, визор, визор. Только не визор. Уйди, 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 уйди. Отравляйся, отравляйся. Все, все, вон отсюда. Вон. Все, ты умер. Ес, одного слили. Сколько там у кого жизней? Так. У этого чувака 4. Ага, вот кого мы слили. Мрак, Кшектер. В общем, как-то так. Так, 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 бежим, бежим, ищем людей. А, ТНТшечка. Да, это ТНТшечка? Нет, я не хочу туда вставать. Ну ладно, давайте так и быть, встанем туда. Ого, фига себе. Это не я так прыгаю, это она что-то со мной делает. Нет, ничего она со мной не делает. Всего лишь дурацкая непонятная плита. И что-то я опять не могу разогнаться. Давай, паук. Паук, ускоряемся, ускоряемся, давай, 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 бей его, бей, 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 отравляйся, отравляйся. Он пытается меня иссушить, но я его отравлю скорее. Ага, забил. Я король ПВП, ну я надеюсь. Но, что ж ты... Нифига себе, а чё это эффект пропал? Блин, это плохо. А, он опять пытается меня убить, откуда? Вот он, вот он. Фу, какие медленные снаряды, фу, позор. Так, ладно, давайте туда заберемся. Заберемся каким-нибудь волшебным образом. А, не кидай в меня иссушение, ты злодей. Оу-оу-оу-оу, тише, тише. Ага, получай, 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 вот тебе, вот тебе. Вот тебе, вот тебе, вот тебе, вот тебе. Надо заходить как-то со стороны, чтобы уворачиваться от его ударов. Во-во-во, почти со спины, вот, вот так вот. Вот я его и забил. Легко и непринужденно. О, у меня есть скелет. А где все остальные люди? Я только с ним пока дерусь. И пока неплохо сношу ему жизни, при том, что не потерял ни одной. А вот эта плита вообще нет для чего, это скучная плита. Ладно, давайте вот откуда. Ага, все, увидел. Он... Во-во-во, он стреляет вот в эту курицу. Ой-ой-ой-ой, тише, тише, не убивай людей. Как ты можешь? Ты безжалостная курица, я убью тебя. А ну перестань меня бить, ты страшное чудовище. И ты страшное чудовище, на вот тебе. Вали его, мой скелет. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Уха-ха-ха-ха. Вот тебе, вот тебе, вот тебе алмазным мечом по голове. И тебе алмазным мечом по голове. Всем алмазным мечом. Всем добра. Ну, я не знаю, все считают, наверное, алмазный меч добром, если только его не втыкают тебе в голову, как я втыкаю вот этой курице свой глаз, свой паучий глаз. Это звучит все немного странно. А, не убивай меня. Не убивай, не убивай. Ты не хочешь меня убить. Странно, как-то он стреляет в меня, но летит как-то вверх.
Давай сыграем с тобой в игру. Ты стреляй, а я буду уворачиваться. Ага, эта курица кинула ему зомбака в зад. Ну что ж, зомбак, делай свое дело. Вперед! Вперед! Зомби, давай, зомби, почему ты не помогаешь мне? Бейте его, мои верные, не знаю, там, подданные, да. Так, теперь бейте друг друга. Да при чем тут я, бейте друг друга. Нифига ты меня оттолкнул. Ну-ка, иди отсюда, да. Вон, вон отсюда. А, меня сейчас просто иссушит. Я сейчас останусь без воды в организме. Или нет? О, нет, все нормально. Надо... Ай-яй-яй-яй! Меня убили, подло, в спину. И... О, у меня есть скорость, круто. Круто, я не понял, почему она пропала в прошлый раз и вообще как-то. Ну-ка. Плита, ты должна что-то делать. Еее, я знал, что плита что-то делает. Она меня почему-то подкинула. Ну да ладно. Ага, курица, вот я. Я твой страшный ночной кошмар. Я вернулся, чтобы отомстить за всех. Но в основном за себя. Да, вот. Вот тебе, улетай туда. Улетай в космос. В космос, я сказал. Да. Все, до свидос. Нет, да что ж ты, неубиваемая курица. Ну-ка перестань так делать. Блин. Да. Я просто хотел ее тупо скинуть, но не получилось. Все-таки надо использовать мои супервозможности ПВП, а не тупо вот так вот бежать и резать ее на куски. Надо уворачиваться, заходить со спины как-то. Вот, вот так вот примерно. Так, ну что ж, неплохо. Неплохо, ждем эту курицу. Ждем эту курицу. А, у этих там своя атмосфера. Ну мы ждем. Ага, вот ты где. Вот ты где. А я тебя заждался. Я хотел сказать, я тебя заждался. А сказал какой-то бред. Не стреляй. Не смей стрелять. Ага, он завис. Или нет? Не, ну, если он завис, то я его, в принципе, бить не должен. У всех бывает. Но если он просто там, не знаю, там... Он вообще что? Что с ним? Что с тобой? Хватит меня стрелять. Остановись. Остановись. У тебя кончаются патроны вообще? Зомби, бей его. Бей его. Да, вот так вот, молодец, молодец, продолжай в том же духе. А, я знаю, я тебя отравил, ха-ха-ха, ха-ха-ха. А теперь я просто убегу, потому что я паук, и я бегу быстрее тебя. Да. Надеюсь, ты там умрешь от яда, умирай от яда. Ай, меня убили, злодеи, злодеи. У меня меньше всех жизней. Но сейчас мы это исправим. Вперед, исправлять несправедливости. Да, обожаю все исправлять, особенно несправедливости. Вот тебе, вот тебе. Это все за то, что ты такой плохой, да. Вот, все, не будь плохим. Зомби, что тебе надо? Так, ладно, ждем, где он? Мы его ждем. Зомби, уйди, уйди. О, я свалил зомбака. Я не хотел. Так, 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 опа, 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 опа. А, он пытается меня убить, он меня убил. Блин, последняя, что? О, господи, последняя жизнь. Я уже думал, меня сейчас выкинет фиг знает куда, и все, мне конец. Ага, 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 опа, ага, как я от тебя ушел. Хитро, на тебе, на тебе, на тебе, на тебе, на тебе. Блин, нифига ты мощный. Так, так, уходим, уходим, прыжок. Ага, уходим, уходим, уходим. Бежать, 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 бежать. Неплохо у меня получилось, точнее, плохо. Зелье невидимости. Ага, я стелс. Ты меня не видишь. Еще 4 секундочки. Давай, давай, ты меня не видишь. Ну что это такое? Зелье невидимости. Ты отстой. Надо убегать, надо убегать, бегать, бегать. Ага, да-да-да. Неплохо. Неплохо. Пока еще нормально держимся. Но я быстрее него бегаю, так что у меня преимущество. Стратегическое преимущество. Обожаю, когда у меня преимущество. Особенно стратегическое. Так, и где он? Ага, вот он где. Вот он, вот он, вот он, бей его. Ага, неплохо, неплохо. Пока мы ждем, пока он умрет. А, yes, я отравил его. Почему он бьет во все стороны? Как сумасшедший. Неужели на мне все еще невидимость? Нет, он меня видит. Он меня видит, а я его тоже вижу. И я его бью. Ага, бежим, 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 бежим. Так, он отравляется. Отравляется. Надо как-то придумать какую-то хитрую тактику. А то я просто, не знаю, бегаю, ударяю его. Это неправильно. Нужно загнать его в какой-нибудь угол. Да, в какой-нибудь угол. Разгоняйся, паук. А, не тормози. Не тормози. А, господи! Yes, все, придумал тактика. Тактика гениальная просто. Безумная, гениальная. Умри, 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 умри. Не получилось. Тактика, пора валить. Пора отступать. Отступать. Ай, черт, убили меня. Ну вот.
тактика не сработала. Ладно, заходим сюда и выбираем паука. Да, делаем все абсолютно быстро. Вот он, спайдер. И теперь мы попробуем убить уже вот этих чуваков. Вот этого чувака. Не знаю, где все остальные, я их не успел заметить. Так, ну-ка, запрыгнем вот сюда. Не запрыгиваем. Ладно, тогда просто побежим дальше. Бежим, бежим, бежим. Ох, как мне нравится его суперскорость. О, опять курица. Опять эти курицы. Убийцы. Убийцы людей. И кого там еще? И вот этого чувака убийцы тоже. Ай, нафига ты, блин, далеко бьешь. А все потому, что у него меч, наверное. У меня какой-то дурацкий глаз. Хотя он отравляет. О, это же овца. О, кто-то им кинул скелетона туда, да? Или нет? Это овца. Я знаю... Джеб ее убил. Ну зачем? Зачем ты так? Почему ты такой злой? Почему вы все злые? Я убегаю от вас. А, я загнался в угол. А вот и нет. У меня еще есть выход. Есть еще выход. Ха-ха-ха. Меня не так-то просто убить. У меня еще у одного жизни хватает. Их пять. Да, их пять. Умри, овца! Это ведь овца. Овца меня подожгла! Почему? Почему, о, господи, овца меня подожгла! Используя свою супершерсть, я не знаю, почему у нее горящая шерсть. Слишком горячая шерсть для меня. Это самая горячая шерсть, которую я видел. А! О, господи. Это было плохо. Это было плохо. Понимаешь, да? Умри. Вот тебе. Я использовал свою хитрую тактику атаки. Да, вот так вот. Моя хитрая тактика. Так, умри, 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 умри. Наконец-то. Наконец-то ты умрешь. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Это всем курицам. Всем курицам месть. Возмездие всем курицам. На тебе, на тебе. А, он вернулся, он вернулся. Блин, почему они всегда возвращаются, пока их пять раз не убьешь? А еще и с гранатами, блин. Да, как-то все пока что плохо. Но у них тоже дела не лучше. Кроме одного чувака. Какого-то мистер Бама. Л-2. Вот, у него... А, нет, все. И кажется, я ему накаркал. Или у него просто... Просто-просто все. Ой-ой-ой. Ох, нифига себе, что это я сейчас проделал? Какой-то хитрый трюк. А, теперь я вообще скинул этого чувака. Прощай. Так, продолжаем. Продолжаем. Ага, я вижу чей-то ник. Я вижу ник. Вот он ты где. А, блин. Нет, нет. Зачем? Зачем ты тут заспавнился? Умри. Умри. Умри, злодей. Умри. Да нет, обратно. Обратно, обратно. Обратно в яму. Все, обратно. Все, прощай. Так, неплохо. Я видел тут зелье. О, вот оно. Вот оно зелье. Лечебное. Отлично. Вот чего мне не доставало. Главное сейчас с кем-нибудь подраться, а потом успеть восстановить жизни. Угу. О, у всех по одной жизни. Ну все, сейчас я всех уничтожу. И ты первая, овца. Овца, тебе конец. А, у меня есть лечебное зелье. Думаешь, все так просто? Да я... Я его 10-й раз не могу выпить. Фига. Меня спасло зелье. Отлично. Оп, оп. Ей! Ух ты как. Вот это я круто сделал. Это был мой супер маневр. Маневр. Да, вот тебе. Вот тебе. Это овца. Ага. А, у овцы есть оружие. О боже. Овца с оружием. Кто бы знал. Умри, 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 злодей, умри. Умри, овца. Ой, какая овца? Это курица. А овца идет по мою душу. Овца, не надо. Ты же добрая овечка. А, у нее осталась одна жизнь. Сейчас мы потихонечку отхилимся и уничтожим эту бедную беззащитную овечечку. А, похоже, у овечечки было зелье регенерации, и она к тому же не такая уж и беззащитная. Да, все так. Но пока у меня преимущество... А, нифига себе, что она со мной делала? Зачем? Зачем тебе алмазный меч? Брось его! Брось его! Брось! Брось алмазный меч! Господи, зачем тебе алмазный меч? А, нифига себе, зачем ты это сделала? Зачем? Почему я умер? Печаль. Ладно. Ладно, ладно, ладно. Мы пока еще можем победить. Победить овцу. Боже, почему я не могу победить овцу? Овцу, какую-то вонючую овцу. Ну, умри же, наконец. Пауки же могут убивать овец. Наверное, я не знаю. Не видел я в реальной жизни, что паук убивал овцу. Или наоборот. Но пока у меня получается, да. В принципе, нормально. Я ее несколько раз травил. Она сейчас точно умрет. Я ее скину в пропасть, и все будет просто замечательно. Да. Умри. Ну, блин, ну овца, ну... Блин. Овца меня убила.
Окей. Маленький зомби-житель трется около короля. Это ведь король. Все. Я не знаю, я молчу. Это очень странно. Ладно, играем в самый последний раз. Все, погнали. И играем. Ты согласен со мной, Росомаха? Молчит. Ладно, играем. Ох ты, какая карта. Какая карта классная. Давайте на ней сыграем. Ага, это же Крипер. Ой-ой-ой, нет-нет. Ай, блин, я так и знал. Криперы — это вообще такие плохие создания. Я когда за него играл, я вообще всех уничтожал безжалостно. А теперь он меня будет уничтожать, а мне это не надо. Отравляй. Нет, нет, это бесполезно. Против Криперов в ближний бой идти — это минимум неразумно. Да. Неразумно так было, Крипер. Да. Ну, он просто меня забил. ТНТ. Он забил меня с помощью ТНТ. Ага, вот, вспомнишь ТНТ, а вот и оно. Этот чувак. У него ТНТ, и он сам ТНТ. И вообще, а это вообще житель. Житель, уйди. Уйди, житель. Зачем ты меня отравил? Изумрудом. Изумрудом, господи, зачем? Отравлятель. Отравитель. Да. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, только не ТНТ. Только не бросай ТНТ-шечку. ТНТ-шечки — это плохо, ты понимаешь, да? Отравляйся. А, все, сейчас кинет и... Ай. Плохо. А, тихо-тихо-тихо. Вот ты где, вот ты где. Ну что ж, я пришел, и мой праведный гнев усилился из-за того, что ты меня убил. Да. Крипер! Крипер! Вот кого надо убить в первую очередь, потому что он вообще кошмар. Он тут всех вообще затащит, убьет и уничтожит. Потому что он может. Да. Даже ТНТ не сможет его уложить. Да вообще, Крипер даже против многих покупных персонажей легко держится. Да, если уметь, конечно, за него играть и не падать вот в такие дырки. И он добился своего. Он убил ТНТ с помощью ТНТ. О, господи, какая ирония. Да, о, нет, я залагал. А, нет, все нормально. Блин, меня пытались взорвать. Это безумие. Зачем ты меня пытался взорвать? Ты что, маньяк? Ай. Да, походу я не ошибся. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Умри, умри. Да что ж такое, опять я в тебя не попадаю. Все, отравись, отравись. Нет, я не хочу совершать самоубийство. А, у меня... Я и не смог совершить самоубийство. Это хорошо. Ай, блин. Жалко. Ну что ж, народ. Сегодня меня просто разделали под орех. Меня убили полностью. Ну, в общем, да, вот все было так. Ставьте лайки, зовите друзей, оставляйте комментарии. С вами был Limestone и проект Supercraft Bros. Всем удачи и всем пока. I'll build a city out so big, 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 big. Just wait a sec, gotta kill this pig, 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 pig. Cook me some bacon, take a swig, swig.